Привет, дорогие ребята! На канале Оля Рейнбоу с вами Ольга. Сегодня мы с вами научимся плести ободок в виде кошачьих ушек. Он идеально подошел к тому комплектику, который я плела чуть раньше. Плести мы будем при помощи рогатки. И идею плетения этих ушек мне подсказала Ангелина Харулина. Буквально вчера с ней переписывались ВКонтакте, и она мне подкинула вот такую вот идею, за что ей огромное спасибо. Итак, поехали! Количество резиночек, которое мне понадобится для плетения этого ободка, вы найдете в описании под видео. Берем первую резиночку, накручиваем в 3 оборотика на правый столбик. И затем проплетаем цепочку из 8 резиночек, прокрученных 2 оборотика. Накидываем первую резиночку. Прокрутили. И затем скидываем нижние резиночки с правого столбика. Затем вторую резиночку. Так, третью. Четвертую. Пятую. Шестую. Седьмую. И восьмую резиночку. Так, цепочка есть у нас. Затем нам надо будет аккуратненько перекинуть резиночки с левого столбика на правый. Перекинули и опустили их на правом столбике. Берем одну резиночку, накидываем уже на левый столбик, прокручиваем 4 оборотика. Если у вас резиночка не растягивается, чтобы прокрутить 4 оборота, вы можете прокрутить в 3 оборотика. Так, и затем берем резиночку, прокручиваем 2 оборотика и скидываем резиночки только с левого столбика. Так. Затем берем еще одну резиночку, точно так же прокручиваем 2 оборотика, скидываем по паре резиночек с правого и с левого столбика и проплетем еще третью резиночку, прокрученную 2 оборотика. Это у нас часть ушка уже получилась. Затем мы должны будем перекинуть резиночки с левого столбика на правый, перекидываем 2 пары верхних, так, первая пара, немножечко опустили. И захватываем еще одну пару, точно так же перекидываем на левый столбик. И на верхнюю пару, которая у нас находится на левом столбике, мы скидываем 2 нижних пары. И либо вот эти вот резиночки, которые у нас относятся к цепочке. Можно потянуть за цепочку и перекинуть, можно при помощи крючка. Так, присоединили эти резинки. Затем возвращаем резиночки с левого столбика на правый. Снова опускаем. И нам надо будет отыскать самую первую петлю, то есть петелька, которая у нас была прокручена 4 оборотика резиночка. Мы заводим аккуратненько крючок в эту петлю и накидываем резиночки уже на левый столбик. И проплетаем 3 резиночки, прокрученных 2 оборотика. Итак, первая резиночка. Скидываем резинки только с левого столбика. Есть. Снова резиночка. Скидываем по паре резиночек справа и с левого столбика. И третья резинка. Скидываем по паре резиночек. Готово. И затем нам надо будет перекинуть верхнюю пару резиночек слева, справа столбика, то есть на левый. Перекидываем, опускаем. И сейчас берем следующую резиночку, прокручиваем 2 оборотика, скидываем резиночки с правого столбика, вот эти вот 2 нижних пары, и берем еще одну резиночку, прокрученную 2 оборотика. На эту резиночку мы скинем сейчас
по паре резиночек с левого и с правого столбика и нижнюю пару резиночек с левого столбика, то есть две пары резиночек, вот таким вот образом. Вот у нас одно ушко получилось, мы потом его расправим аккуратненько. Проплетаем резинку, так, раз, затем еще одну. И перекидываем резиночки с левого столбика на правый. Так, перенесла. Готово. Приступаем к плетению следующего ушка. Мы берем одну резиночку, накидываем на левый столбик, прокручиваем 4 оборотика. Как я уже говорила, можете прокрутить в 3, я же прокручиваю 4. И проплетаю 3 резиночки. Так, первая. Скидываю резиночки только с левого столбика, прокручиваю тут по центру, расправляю резиночки, немножечко опускаю. Затем проплетаю вторую резиночку, скидываю по паре резиночек справа и с левого столбика и проплетаю третью резинку. Так, аккуратненько вот так вот накидываем, скидываем. И затем нам надо будет перекинуть две пары верхних резиночек правого столбика на левый, то есть захватываем первую пару, переносим, можем тут вот цепочку развернуть, и затем еще одну пару резиночек переносим на левый столбик, и на эту верхнюю пару мы скидываем две нижних пары с правого столбика. Я потяну за цепочку и перекидываю на центр. Так, проплетаем резиночку, скидываем по паре резинок. Так, еще одну резиночку. Перекидываем. И переносим резиночки с левого столбика на правый. Готово. Нам надо будет отыскать вот эту вот цепочку, которую мы только что с вами плели. И заводим в первую петлю под 4 резиночки. Вот они у нас. Крючок. И накидываем эту петлю на левый столбик. Так. Проплетаем 3 резиночки, первая резиночка, скидываем резиночки с левого столбика, так, затем вторую резиночку, скидываем по паре резинок с левого и справа столбика и третью резиночку. Так, аккуратненько. Перекинули. Затем мы переносим резиночки, вот эту вот верхнюю пару с правого столбика на левый. Есть. И еще одну пару также с правого столбика на левый. И на верхнюю пару мы скидываем при помощи крючка нижних две пары резиночек. Так, присоединили. И доплетаем наш ободок. Проплетаемся.
такие вот уголки на ушках. И вот такой вот замечательный ободочек у меня получился. Надеюсь, видеоурок понравился. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. А сейчас давайте же посмотрим, какие фигурки плели мои подписчики по предыдущему моему мастер-классу. Спасибо, ребята, что вы выставляете свои поделочки в моей группе ВКонтакте на стене. Мне очень приятно, что вы смотрите мой канал. И уже готовится следующая рубрика «Фотографии от подписчиков», в котором вы должны будете сплести вот такой вот обруч для ваших кукол. Всем удачи, жду ваших фотографий. А я уже хочу с вами попрощаться. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!